В один момент появилось стремление попробовать что-то новое, и в итоге я решил открыть свое дело. Сейчас современный мир – это мир одноразового пластика. А хотелось создавать что-то вечное. Я вообще всегда была шмотница. Мне нравилась какая-то движуха вокруг одежды. Однажды я рискнула, уволилась и сразу открыла ИП. Начинала с обычной швейной машинки. Сама шила, сама приглашала людей в соцсети. Мы с мужем открыли кулинарную школу. Подумали, что раз Дима спец в проведении мастер-классов, а я хороший организатор, то было бы неплохо открыть что-то свое. Сначала делать для себя, потом для друзей, потом для знакомых, а теперь делаем для всех. Для меня важно знать, что ты чего-то стоишь и помогаешь людям. Чтобы выйти на новый уровень, нам не хватало системности. У нас творческая мастерская, а в творчестве сложно прийти к порядку. В бизнес-классе я узнал, как организовать рабочие процессы. У меня многое получалось. Я знала, как делать красивые вещи, но не всегда знала, как вести бизнес. Я прошла финансовый блок, и все сразу разложилось по полочкам. Появилась какая-то гибкость. Все стало понятнее, и теперь мне ничего не страшно. Стали сильнее. Наверное, так.